Сегодня профессиональный праздник отмечают специалисты скорой медицинской помощи. Этот день был официально закреплен постановлением президента России лишь в позапрошлом году. В Сургуте служба скорой медицинской помощи появилась в августе 1961-го. Сейчас в ее составе три подстанции, базирующиеся в разных точках города. Традиционно именно специалисты скорой первыми внедряют пилотные инновационные решения. Например, в 2019 году в Сургуте станция полностью отказалась от бумажных карт и ввела электронные. Теперь все необходимые документы фельдшеры оформляют с помощью компьютеров и планшетов. Это значительно повысило оперативность взаимодействия с другими медицинскими организациями. «Дважды помог тот, кто скоро помог» – девиз работников скорой. Ведь именно они должны всегда быстро реагировать на вызовы. Все станции скорой медицинской помощи Югры за прошлый год осуществили более 500 000 выездов, половина из которых были экстренными. С профессиональным праздником медиков поздравила губернатор Наталья Комарова и руководитель департамента здравоохранения округа Алексей Добровольский. Он сейчас в отпуске, который проводит на Донбассе с гуманитарной миссией. Коллеги, поздравляю всех с Днем работника скорой медицинской помощи. Когда надо быть первыми, когда надо успеть раньше всех, когда надо помочь, это про вас. Будьте здоровы и всегда везде успевайте. С праздником!